До 10 лет колонии грозит угонщику, который позарился на чужую газель. Мужчина, ему 34, заприметил грузовичок во дворе на улицу Турку. Но автовора застал за криминальной работой местный житель. Преступление, которое случилось в первую ноябрьскую ночь прошлого года, он тайком снял на свой смартфон. Похитителя быстро задержали, машину тоже нашли. Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение и направила дело о краже в особо крупном размере во Фрунзенский районный суд. Установлено, что в ночь с 1 по 2 ноября 2023 года обвиняемый похитил «Газель». Вскоре похищенное транспортное средство найдено во дворах фарфоровского поста. Обвиняемый хотел распилить транспортное средство на части, чтобы сдать на металлолом. Но воплотить это в жизнь он не успел. Его действия пресечены сотрудниками полиции.